Ва-ха-ха! Ха-ха-ха! Ну, всем привет! Итак, у нас в Майнкрафте у нас 28-я часть. И, кстати, у нас вот такой вот у нас броня надета. У нас броня надета была. Обратите внимание. У меня создан портал в ад. И на могу зайти. У меня 64 стрелы только. Они здесь креатива, кстати. Я слышу огонь. Лагануло. Тут все в огне. Ай, я сгорел! Помогите! Я сгорю! А ну-ка! Вот так вот. О, да, спатан. Не кирисуюсь. Можно ставить, ну, и без вас смогу жить. У меня только я встретил только лавовый куполь. Именно еще типа у нас антибекон вайрусичное оружие. Золотой самородок я получил. Гнилую плоть. Надо. Я выжил. Я могу выжить. Ту-та-та-туй. У меня жизнь. У меня алмаз. Так алмазов типа у нас. Ах, лагану. А в том, что я уже полно в тупик отправлюсь. Именно сейчас гасты будут. Боже, я пока Боже, у нас состоялось 1040 эндерпроллов, орлов и даже и 1280. Но это что? Мне просто не... действительно будет самое мое действительно, если я, например, возьму с собой алмазов, например, 1040, ну все стаки будут целыми, но после я не стаков должен оставлять 16. Ну,
Откуда тут 16 гипермедведя уже? Сущая генерация, я чё-то. Мне чат показывает. Я упал под воду. А это что это? Зомби! Нет! А тут уже где-то крипер. Я уже как же всегда. 40 алмазов должна быть. Нет, это было! Не стреляй. Ура! Я вышел. Нет, я не вышел. Опять этот уже какой-то деревенский зомбак. Это уже деревенский зомбак. Как это было? Не. Это было лишнее пособие. Нет. Спасите, я утонул.
Но это лучше не закончится. Ну ладно, всем удачи.